И неврологическая практика, она очень эффективна, но не при болевых синдромах, а, например, при таком заболевании, как рассеянный склероз, очень тяжелое заболевание, когда аутоиммунное нарушение именно вот со стороны нервной системы, то есть в организме человека образуются антитела или иммунный комплекс, который направлен на собственную мозговую ткань. И постепенно они ее атакуют, и гибнут нейроны. Там вот они так, как бы, вот, волнообразно это все. Там лечение есть медикаментозное, но до сих пор как бы полной уверенности в его эффективности такой как бы нет. То есть оно проводится, да, эффект есть, но одним из методов лечения для вот аутоиммунной патологии нервной системы, не только рассеянный склероз, там и периферическая система, нервная система может страдать. И вот чтобы вот эти проявления уменьшать, то есть удалять эти иммунные комплексы из крови и уменьшать повреждение нервной ткани, ПЛЗМФРС очень эффективно. И потом, видите, как бы я сталкиваюсь, как вот в плане центра лечения боли, например, суставная патология, допустим, если пациент идет, допустим, пациент обращается с болью в суставах, там тоже же могут быть аутоиммунные повреждения со стороны сустава. Mm-hmm. То есть мы здесь боль пролечили, какие-то синдромы болевые сняли, но в дальнейшем мы все равно должны патогенетическое звено-то задействовать, то есть мы должны не только симптомы убирать, но и все-таки лечить основное заболевание. И вот, например, в плане суставной патологии, именно ПЛЗМФРС тоже будет очень эффективен. Ну и при других состояниях там тоже. В основном это, конечно, аутоиммунные заболевания. Но их достаточно много сейчас, они очень распространены.